мне, как депутату городского совета, представителю представительных органов местного самоуправления, отрадно осознавать, что в том числе поправки будут касаться и системы органов местного самоуправления. В частности, поправки, вносимые в 132 и 133 статью Конституции Российской Федерации, где предлагается органам местного самоуправления ввести в систему органов публичной власти, и что повлечет за собой дополнительное финансирование на осуществление государственных отдельных полномочий органам местного самоуправления.